Всем доброго времени суток. Вяжем вот такую красивую, объемную, интересную резиночку. Для кругового вязания ее можно использовать для любой манжетки, на рукавах, на носках. Первый ряд узора. Одна изнаночная, три лицевые. Одна изнаночная, три лицевые. И так продолжаем по кругу. В конце должно быть три лицевые. Второй ряд начинаем с двух изнаночных и одной лицевой. Получается вот такая выпуклая лицевая дорожка. Три изнаночные, одна лицевая. И так продолжаем. Три изнаночные, одна лицевая. И в конце должна быть одна изнаночная. И так продолжаем вязать до нужного нам размера.